Здравствуйте, коллеги, меня зовут Илья, и я рад приветствовать вас на полевом городе Орел. И сегодня я хотел бы затронуть немаловажную тему, а именно уничтожение сельхозкультур вредителями, из-за которых может погибнуть большая часть наших посевов. Так как же не пропустить момент внесения инсектицида? Для этого существует множество методов и рекомендаций. И сегодня мы рассмотрим некоторые из них на примере таких культур, как кукуруза и подсолнечник. И первый метод, который я хотел бы показать, является самым незамысловатым. Это отслеживание начала лета вредителей за счет феромонных и световых ловушек. Сейчас я хочу продемонстрировать вам специальные домики, в которые вставляется липкая пластина, а также диспенсер в феромонную ловушку и специальный датчик в световую ловушку. На данный момент мы используем диспенсер на хлопковую совку и световую ловушку для отслеживания мотылька. За все время мы поймали немало вредоносных объектов, а это означало, что для сохранения посевов существует необходимость внесения инсектицида. Также в системе отслеживания вредителей на наших посевах оказала большое влияние цифровая платформа компании Syngenta CropWise. Эта платформа предназначена для упрощения жизни агронома, отслеживания различных данных об обстановке на поле, а также множество других операций всего в два клика через смартфон, планшет или ноутбук. Система при помощи MeteoBlue считывает сумму эффективных температур и определяет, когда было набрано нужное количество для начала лета, откладки яиц или появления гусениц, хлопковой совки и стеблевого мотылька, а также выдает рекомендацию, когда лучше всего применить инсектицид. На блоках кукурузы и подсолнечника мы использовали препарат Амплига в рекомендуемых дозировках к этим культурам. После применения препарата обстановка на поле сложилась следующим образом. Участки кукурузы и подсолнечника были не тронуты, тогда как по всей области пронеслась волна вредителей, которая принесла за собой большие потери посевов. Коллеги, при выборе технологии защиты растений нужно осознавать, насколько большие потери могут нести за собой вредители, вплоть до полного уничтожения урожая. Выбор всегда остается за вами. Но не нужно забывать одну простую истину, что скупой всегда платит дважды. Не экономьте на препаратах и правильно выбирайте методы и платформы для отслеживания вредителей. А на этом у меня все. Регистрируйтесь и приезжайте на нашу полевую экспедицию. Хороших вам урожаев и до новых встреч!